Так, добрый день еще раз. Сейчас поднимусь. О. Так, и вот такой бинокль. Давно хотел такой. Декабрь 2018-го изготовлен. Свежайшие бинокли. Не знаю, почему-то здесь нету фирмы. И немножко, видите, его придавили. Не очень была упаковочка. Почему брал вот этот? И сейчас расскажу, что и как. Так. Ага. Прислали то, что заказывал. Смотрите, вот она фирма. К сожалению, на Алиэкспрессе много левачка, так сказать. Огонь. Килограмма полтора весит. Почему заказал его? Гляньте, какие линзяки. Не купить такой у нас. Он будет очень четкий. Чем больше вот эти линзы, тем лучше. Пусть они даже здесь синие. Такого плана у нас Левенхуки с маленьким зрачком, который нифига не видно будет, стоит 4-5. Этот всего-навсего там 2 с доставкой. Значит, почему взял? Во-первых, 20-кратник. Это реальный 20-кратник. Я хочу, мне нужен бинокль кинуть в машину. Может быть, даже я с ним пройдусь когда-нибудь, повешу его на себя. Так, ага, есть там все. И посмотреть, вот что-то вот хочется, знаете, когда смотришь там в 7-кратный или в 8, видишь там это очертание лисицы, чьи лисица, чьи собака, да, и когда посмотришь в 20-кратник, ты видишь там ее и уши, да. И вот у нас есть такие пруды, где сильно не подойдешь к пруду, но он открытый. И вот этот бинокль я брошу обязательно в машину, на уток прежде всего. Может быть, и на лисицу с ним похожу. Все-таки 20 крат – это 20 крат. И когда вот смотришь в 10-кратник, да, или там в 6, в 7, не то. Мне, лично мне никогда не хватало этих 10 крат, там, 8 крат. Мне всегда хотелось 20. Почему взял этот? Первое. Это у нас оригинал. Так, вот здесь я вижу уже брак. Линза прикручена криво. И сейчас мы с продавцом серьезно поговорим по этому поводу. Так. Ага, запись я не включил. Все, я здесь поправил, видите. Просто было прикручено не до конца и криво. Значит, почему 20 на 50? Видите, 56 метров. Здесь реальных 20 крат. Есть на Али темы, где в теме 20 на 50, да, бинокль. А здесь 150 метров. Ну вот какие там 20 крат? Никаких. И, например, Canon, вот такой здоровый. Другой открываешь Canon 7 на 50, и эти же там 150 метров. Я согласен, 20. Кто-то стормозил, да, и написал, что там их 20, там их нет. Дальше. Вот такие бинокли, опять же, открываешь без фирмы там какой-то, да, 20 на 50, 56 метров. Я вот всегда выбираю по вот этой цифре. И фирма вот эта хорошая. Пролистываешь, а там фото опять этого Кэнона, который 7 на 50. У меня попал так сосед, он заказывал такой же 20-кратник, ему прислали 7 на 50. Ну, в принципе, он доволен, но зачем мне 7-кратник, когда он у меня есть? Мне нужен 20. Брал, смотрите, какие линзяки. Хотелось взять с зеленой оптикой, проскакивали там. Ну, в принципе, бог с ней. И хватит и этой. Вот, посмотрим, протестим.
У меня уже желание горит, палач горит, в него посмотреть.